А если исходить из существующих норм и правил, апарт-отели можно строить. И уже их строят. В городе Сухум есть примеры. И построили, и продали. Мы хотим, значит, этому процессу придать прозрачный характер и извлечь из этого для бюджета дополнительную прибыль. В городе Сухум напротив отеля «Лион» построен комплекс, как он там называется, Акватория, да, и он уже продан. Но государство с этого ничего не получило. Мы предлагаем ввести специальный налог дополнительно в отношении владельцев апарт-отелей. Реализация данной программы обеспечит работой около 20 тысяч наших граждан. Из них до 8 тысяч – это работники в сфере сельского хозяйства, торговли, транспорта, культуры, потому что объектов культуры и так далее. Таков мультипликативный эффект развития туризма. Строительство такого, скажем, реализация такой программы увеличит потребность сельхозпродукции в 5 раз. Если мы сегодня производим сельхозпродукции, ну там примерно на 2 миллиарда рублей, в 2035 году, если эта программа будет реализована, нам потребуется на 11-12 миллиардов рублей сельхозпродукции. Это гарантированный сбыт. Мы можем поставлять соки и воды, овощи и фрукты, мед, кондитерские изделия. Это все может быть нашим. Вино, водка, это все может быть нашим.